Иеремия, 4 глава. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться». Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите: соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливаясь, ибо я приведу от севера бедствие и великую погибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшься вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, утроба моя! Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня,
и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет осем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает перед убийцами.